Всем привет, с вами Веселый Танкист, и сегодня мы с вами посмотрим модель немецкого мотоцикла R12, он же, ну, у немцев более известен как BMW R12, немецкий мотоцикл производства компании BMW. Ну, а начали они его производить еще перед Второй мировой войной, где-то в 1935 году. До окончания производства в 1942 году было выпущено 36 тысяч два мотоцикла. 36 и два мотоцикла. R2 выпускался в двух вариантах, с коляской и без. Ну, в этом случае он у нас будет с коляской. Имел гражданскую и военную модификацию. 14 февраля 1935 года на автомобильной выставке в Берлине BMW впервые представила R12 совместно с BMW R17. Оба мотоцикла являлись прямыми преемниками BMW R11 и впервые в мире были оснащены передней телескопической вилкой и гидравлическими амортизаторами. Вот так вот. Ну, а еще мы знаем, что эти мотоциклы очень любят пихать во все фильмы про войну. Во всяком случае, когда я был малой, я был абсолютно уверен, что только немцы ездили на мотоциклах, и вообще чуть ли не немцы их изобрели, потому что вы сами понимаете. Так, в коробочке у нас длина детали не обозначена, длина модели не обозначена, как ни странно, но здесь 20 деталей, 2 неогорошенные фигурки, 1 мотоцикл и 1 отрядная подставка с флагом. Так-то. И здесь нету инструкции по сборке сзади коробки, значит, инструкция внутри. Я уже открыл коробочку. Да, совершенно верно. Инструкция по сборке у нас внутри. Вот она у нас. Вроде бы ничего сложного. Я очень на это надеюсь. Посмотрим литнички, коих у нас здесь всего один. Представляете? Литничок-то всего один на 20 деталей. Так, здесь у нас большая подставка. Сам мотоцикл. Фигурки бойцов из множества кусочков. Это коляска, колеса. Да, тут больше деталей именно на самих бойцов, чем нежели на сам мотоцикл. Здесь у нас руль. Очень много маленьких деталей, надо быть предельно аккуратным. Ну, я его пока соберу, а потом покажу вам, что получилось из этого. Итак, я собрал BMW R12. Моделька очень детализированная, не слишком сложная в сборке. Очень красивая. Ну вот, блин, я даже, наверное, загорелся себе купить еще один мотоцикл. Пусть два будет. Красивая очень фигурка. По мне так 8 из 10 ей стабильно отдается. Новичкам советую. Она сложновата им будет для сборки, но не такая сложная, например, как какие-нибудь там Беттенхейм, например. Ну, а с вами был Веселый Танкист. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока!